Добрый день. Мы рады вас приветствовать на ежегодной международной выставке «Art and Hunting», которая проходит в гостином дворе в 2014 году. На этом выставке наша компания «Атаман» предоставила целый ряд новых разработок. Винтовка в калибре 7,62, она выпускается в исполнении карабин и в исполнении буллпап. Также появилось две новые ложи, новая форма ложи в компоновке буллпап и новая ложа в компоновке компакт со складным прикладом. В спортивной линейке у нас появилась еще одна новая разработка, это ламинатная ложа для таких дисциплин, как стрельба на 10 метров матч и стрельба на дистанцию до 50 метров килл-таргет. Ложи выполнены из ламината. Мы закончили разработку и приступили к выпуску новой спортивной ложи для филтаргета. Ложа выполнена из спортивного ламината и имеет целый ряд необходимых настроек для приведения винтовки в боевое положение. Это регулируемый затыльник в трех положениях, регулируемая щека приклада, регулируемая в трех положениях рукоятка и регулируемый грибок для необходимой стрельбы в различных положениях. Ложа получилась очень надежной, очень жесткой и очень удобные для того, чтобы проводить соревнования по филтаргету. В 2014 году обновился модельный ряд в компоновке буллпап. Наше конструкторское бюро разработало новый дизайн ложи, который отличается более современными линиями, эргономичен и очень удобен для применения на охоте. Ложа выполняется в различных вариантах. В частности, мы видим, ложа изготовлена из американского темного ореха. Также есть варианты с покрытием софт-тач и из ламината. В 2014 году у нас представлены две новые модели. Первая модель – это карабин в калибре 7,62. В данном варианте мы видим ложи, выполненные из карбона. Винтовка поставляется как в однозарядном варианте, так же и с магазином. Винтовка обладает высокой энергией, очень точная и удобная в эксплуатации. Еще один вариант очень интересный для охотников – это вариант компакт. Вариант компакт у нас представлен со складным прикладом, что позволяет транспортировать винтовку в сложном состоянии. В разложенном состоянии приклад имеет регулировку. И, несмотря на свои маленькие размеры, очень удобен для охоты.